Gabriel. Итак, сейчас мы с вами начинаем практическую часть. У нас сегодня актерское мастерство и режиссура. И начнем мы с Сурья Намаскар. То есть вы выучили последовательность упражнений. Сейчас мы попробуем с вами совместно проработать их в том режиме и ритме, которые должны быть. Да, перехожу в зеркальное отражение. Так, вот меня видно. Итак, намасте. Приготовились. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Успеваете? Давайте еще раз уже на другую ногу. То есть это мы прорабатывали правую ногу, теперь левую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Так, проехали. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вторая нога. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Итак, для чего нам нужны вообще вот эти упражнения все? Они прорабатывают полностью все наше тело. То есть у нас работают плечи, руки, корпус, пресс. Да? То есть мы и руки прокачаем, и пресс, ноги. Также вот эти вот все позиции, да, там собака, планка. Они помогают все наши мышцы почувствовать. То есть мы с вами прочувствуем полностью все мышцы от кончиков ног до кончиков рук. И вообще это благоприятная такая йога для того, чтобы снимать зажимы, лишние зажимы, да, чтобы разогнать кровь полностью, чтобы у нас тело двигалось с вами. Очень благоприятно делать Сурья Намаскар. Вот, мне массажистка давно посоветовала. Полгода, наверное, назад, может, даже больше, да, и вот с того периода я стараюсь делать Сурья Намаскар 10 подходов, ну да, я вам говорила, то есть вот в таком темпе я делаю, не медленно, а именно быстро, по 10 подходов, это помогает, иногда я прямо ощущаю, как у меня позвонки на место встают, рынг полностью, все-все, вот, поэтому я предложила вам выучить это вместо разминки. То есть как бы все равно в любом случае мы должны с вами тело разрабатывать, да, ощущать. А здесь еще это благоприятная йога, потому что идет благодарность солнышку.